Всем привет, с вами снова я, Зетинозавр, и начинаем шестую часть игры в Spin Tyrus. Я опять застрял в грязи и буду пытаться вылезти, проехать дальше. Я не знаю, что не прорисовано. Так, ну что дальше, по карте не изучено это место еще, не знаю, как их изучать. Я вроде где-то видел, что нужно заехать на какой-то круглый шок. Посмотрите, как там стало светать уже. Интересно. Интересно. 5 часов. 5 часов оно светает. И да. Это будет очень трудно вот это все приехать. Я так думаю. Раз я вот один раз застрял. Остальная дорога примерно такая же. Я тут, наверное, долго останусь. Так, а там что-то не прорисовано еще. Пол шестого почти уже, спать хочется. Целый день по этому времени я работаю. Часов со скольки, с двух, с трех. Ужас. Больше полудня. Так, мне кажется, или там река. Ладно, посмотрим. Мне главное выехать сейчас. Ну, вроде какой-то просвет, так сказать, уже появился. Вроде получше проехался куда-то, я снова застрял. Вот в лес надо было все-таки заехать, хотя бы здесь. И там уже посмотреть. Вот в этот лес я бы хоть бы заехать. Там уже будет не сильно трудно потом, я думаю, дальше ехать. Но это очень трудно. Сначала нужно выбраться из этой грязи, а уже потом. Или все-таки по грязи поехать, а то опять поперек я не проеду, наверное, в этот лес. Так что нужно, наверное, прямо ехать. Прямо будет проще, наверное. Не знаю. Ну, посмотрим, увидим. Ну, надеюсь, я выберусь. Хотя, даже если я доеду до лесоповала, но целым не вернусь. По крайней мере, я буду очень долго добираться, если я буду ехать по дороге. А если не по дороге, то сломаюсь, но... Вот у меня уже дым, идет из кузова, из этой платформы бортовой, как она называется. Да, очень трудно ехать, конечно. Не представляю, кто-то еще хочет играть в этом на руле. На руле в этом играть застрелиться можно, как я уже говорил. 80 раз сломать руль. В общем, все плохо. Да, не сильно я продвинулся за это время. Не намного метров. Такая грязь жесткая вообще, мощная. Пройдешь ее. Последние несколько минут я проехал метров 5 всего, и то не вперед, а куда-то туда-сюда. Да, игра, конечно, не из легких, но в общем-то я бы не стал в нее играть, если бы не знал бы, если бы не хотел бы в грязи тут поездить. Я же все-таки знаю. Всегда смотрю описание игры, что-то как, смысл этой игры. Так что, в общем, если я играю, то играю. Конечно, скучновато немного, но потому что первая попытка. Вот, установлю какие-нибудь моды на какую-нибудь мощную машину, думаю, будет неплохо. И, наверное, я вот подумал, вот сейчас, когда я сломаюсь, я, пожалуй, испытаю УАЗик, попробую так покататься. А потом я, пожалуй, начну новую игру и выберу более простую карту. Я выбрал, мне кажется, сложную для новичка карту. Эту реку, мне кажется, не перейти. Выберу что-нибудь такое
землей, побольше земли. Хотя там, наверное, под это и подстроено, что если нету реки, то земля, проходимость сложнее, больше грязи и всякое такое. В общем, попробую. Так, тут какой-то туман вообще ужасный. Я реально на реке. Или это просто не подрисовано. Ну, не знаю, или это дымлю я так. Дымит машина так ужасно. В принципе, я уже 1200 метров проехал, еще 20 метров, неплохо. Вот слева от меня такая хорошая дорожка, но на нее заехать очень трудно. Как бы я приехал, мне кажется, неплохо по ней, а потом уже в лес. И все замечательно было бы, более-менее. Вид сделал, может быть, попроще как-то будет, может быть и нет. Да, водитель здесь не прорисован, кажется. Да, дымлю я вообще, конечно. Да, реально не доеду я. В общем, доехать надо, доломаться хотя бы, просто посмотреть, что да как, вдруг доеду до лесоповала, хотя бы дорогу узнать. А уж если сломаюсь, то заново начну. Еще 10 метров есть. Да, но не особо успешно, конечно. В принципе, можно вообще назад-назад возвратиться и где-нибудь по-другому проехать, более удачно. Но я в это мало верю. Не знаю, получится ли вообще. Давайте-ка еще раз попробуем отсюда заехать на вот этот хороший кусок грязи, земли, точнее, даже, по которому можно проехать спокойно, я думаю. Но на него трудно заехать очень. Да. Так, 1215 метров. Потратил я уже 50 литров, полсотни. Урон 310. Пистики немного, как обычно. Так, ну вроде как заехал. Главное не съехать сейчас и просто не застрять где-нибудь еще. Но кажется, у меня это не получилось. Не застрять. Эх, да, конечно, надолго я тут застрял. Ну, думаю, тут всегда так бывает, что после какого-то трудного момента довольно долго едешь хорошо. Ну, или просто так везет мне. А на самом деле можно застрять где-нибудь уже через 1 метр. Я почти залез в лес, но не уверен, что у меня дальше получится, я застряну, скорее всего, сейчас. Я хотя бы по краешку можно проехаться, чтобы попроще. В принципе, я неплохо проехал, еще преодолел. Но в лес я вряд ли заеду, так что поеду по грязи, там вроде более хорошая дорога. Одним колесом я опираюсь на нормальную местность, чтобы... как подстраховка от окончательного утопления в грязи. Вот я почти доехал. И там реально река. Ну ё-моё. Ну что ж, в следующем выпуске я, пожалуй, проверю, насколько глубока эта река. Ну и сейчас, наверное, уже все. Подписывайтесь, ставьте лайки, ждите в скором времени следующего выпуска. Всем пока!